Имиковлог. Привет, с вами Имиковлог, и в прошлом выпуске мы создавали сюх по известной игре. Забудем об этом. Я до сих пор скорблю по Тьфури, как и вы. Я Мика в отпуске, а выпускать видосы ни о чем. Итак, тема этого видео. Депрессия. Да, тема депрессия. Давайте подепрессируем вместе, поревем, что живем в Муха. Мухакакске. Я вот живу в городе Мухакакск, Россия. Рядом с домомагазин, где старушонка продает коровье мясо. Противное, вонючее мясо. А старушка такая: мясо моих коров идеально, свинья, шипы, собачья. Юшкин кот. И игривая качель. Ну и молодец уж повелась. Да-да. Очень тупая речь, но мне приходится терпеть. Это единственный магазин в Мухакакске. За другими продуктами приходится ехать в Кваскву, город рядом с Москвой. Подепрессируем же, господа. Окей, подепрессировали, нормально. Диск «Старушка депрессушка» помогает всегда. А пока реклама. «Старушка депрессушка» – диск для депрессии. Как лечить осенне-зимнюю постновогоднюю депрессию? Диск «Старушка депрессушка». Как успокоиться? Диск «Старушка депрессушка». Покупайте диск «Старушка депрессушка». И смотрите на наш разговор с Ямика вчера. Алло, приветик, Ямика. Моя подруга тупая. Да за что же? Я люблю все, что связано с готическими лолями. Ау. Ты еще не отключилась. Что ты делаешь, дура? Ура! Что ты оба мне думаешь? Мне нормально, дура. За что? Почему? Кстати, я делала видео 2 дня и узнала много нового. Тьфури жива. То есть, так сказала книга «Чай». Книга «Чай» вообще клевая. Итак, книга «Чай» же создала ее. Сейчас мы с ней поговорим. Привет, Тьфури. Привет, Эми. Как ты? Все окей. Все хорошо. Прикинь, я использовала аниматроника. Это был аниматроник. Ну и технологии у тебя, Тьфуречка. Я так испугалась. Эгоистка. Нет. Эгоистка. Подожди. Эгоистка. Я все объяснил. Приходи на чаек. Увидимся. Все, пока. Я знала это. Я знала это наперед. Она всегда казалась живучей бабонкой. Тьфури дама умная. Поставьте плюс в комментах, если тоже это знали, не теряли надежды и ждали этого момента. А теперь, увидимся в следующем выпуске. Имиковлог.